Наша недельная глава Ваейшев начинается так. Ваейшев Яаков беэрец мегурей авив беэрец кнаан. Есть слово мегурей авив, есть несколько значений. Самое простое слово — это корень гар, место проживания отца. Самое простое. Однако есть в этом месте еще два значения. Приводятся нашими мудрецами в мидрашах. Одно — мегурей авив — это место, где Ицхак приближал неевреев и обращал их в истинную веру. Мегурей авив объясняется мегиурей авив. Это особый разговор. И еще одно объяснение, что сказано в другом месте в Торе: «Лота гуру бипнеиш», буквально «не убейтесь никого», это сон страха. То есть эрец страха отца. Это была страна страха отца. И я хочу объяснить эти два смысла здесь. Я хочу начать со второго объяснения. Есть у нас в Торе особые заповеди. Есть в целом заповедь, которая от нас распространяется в каждый момент времени. Заповедь трепета и страха перед Всевышним. Так приводит Сефер Хинух, что это заповедь, которая касается постоянно. Так приводит Мишна Брура, в первом параграфе Бирур Лахам. И дай нам Бог немножко этого достоиться, самую малость. Очень нам этого не хватает. И объясню даже более того. Причина этого нехватания в этом поколении очень простая. Приводит Рамхан Месет Ишарим, что самое тяжелое, тяжкое оружие дурного начала против богобоязненности – это лицемерность, насмешка. Мы же в мире постоянных насмешек. Весь мир смеется и пренебрегает с истинными ценностями. Поэтому объясню еще одну глубокую вещь, что Амалек называется лец, насмешник. По-моему, он не смеялся, по-моему, он воевал. Почему он действительно называется лец, насмешник? Потому что он пренебрегал истинными ценностями. Это идет параллельно с тем, что он называется Амалек лойре элоким. У него не было страха перед Творцом совершенно. Вот. Дай нам Бог в этом поколении немножко удостоиться, дай ему труда, работы над собой, богобоязненности. Однако это касается всегда, везде, неважно, где человек находится. Но есть еще у нас особые заповеди. Например, Мура Мигдаш, трепет святилища. Это есть, безусловно, в храме. Гляньте, это последний Мишнайот, Масехет Брахот, который касается этого. Это касается синагоги, Бейта Мидраша. Это место, где надо висеть там с трепетом перед Творцом. Сказано в Масехет Йевамот, еще в других местах. И такой стих «Мимигдаши тирау», буквально
«Страшитесь моего святилища». Объясняет Гемара, что не имеется в виду на обязаться храма. Обязаться того, кто в этом храме присутствует. И тут сказано, что очень емкая вещь, которая касается очень многих вещей. Там, где есть присутствие Шхины Всевышнего, это причина дополнительной богобоязненности. Мы сейчас буквально идем, находимся перед Творцом. Это также объясняет им еще одну вещь, тоже трудная в этом поколении, что когда мы молимся перед Всевышним, когда мы занимаемся его Торой, сказано, что когда мы молимся перед Всевышним о молитве Шмона Исраэля, о Амида, как стоящий перед царем, когда человек стоит перед царем, он должен трепетать. И то же самое, когда мы занимаемся Торой, она требует от нас, как мы занимаемся, это тоже сказано, что Всевышний присутствует с тем, кто занимается Торой. Это причина дополнительного трепета. И, кстати говоря, этот трепет, это именно в учебе, это залог успеха в учебе. Залог успеха. И сказано вещь так, чем больше присутствия Всевышнего, тем требуется больше трепета. Есть известная история, приводится в Масехет Йома и в других местах, что во времена второго храма большая часть первосвященников были преступниками. Они покупали эту должность у властей за деньги. И говорится, что это им даром не проходило. Все они, то есть удостоиться войти в Святой Святой Йом-Кипур, это непростая вещь. Но это было их концом, они не умирали на месте, но в течение года. Ну, почему тот, кто приобретает предотвращение, что деньги называется преступник? Конечно, они просто были негодяи. То есть так выйдется это у разных комментаторов. Что тот факт, что приобретали деньги, это было само по себе состав преступления. Я хочу объяснить это так. Что это означает? Что люди этого были недостойны. То есть, если он недостоин быть первосвященником, он достоин других хороших вещей, пожалуйста, он не преступник. И все достойны быть первосвященниками. Но когда он, будучи недостойным этого, он заходит в святую святых, это показывает отсутствие богобоязненности. Когда человек недостойный пытается сует себя туда, куда ему не подобает. И тут я хочу коснуться нашей темы. Понятие Мугуре Авив, буквально Эрес Мугуре Авив, это страна страха отца. Это страх перед Всевышним, это была та основа еврейства, которое открыл в мире Ицхок, и он оставил нам наследие. И именно с трепетанием перед Всевышним Ицхак привлек к себе прозелитов, геров, потому что есть такое емкое определение геров. Это пишет Раши, Вильнинский Гаон. Мы скоро будем читать Алель. Там сказано «Халилу». Ирей Ашем,
оставляете, добавляете Творца, и на вещественском мы звали битху Ирея Шем, полагайтесь на своего Творца. Кто такие Ирея Шем, кто такие богобоязненные, это упоминается, и Исроил упоминается до этого. Пишет Раши, и Вильнинский гонш имеется в виду праведный гер. Это особое, особое качество праведных геров – это богобоязненность. Так вот, люди, есть у нас, нам не хватает богобоязненности. Как это можно обрести? Немножко, если можем удостоиться близости к людям, с людьми, то есть богобоязненность, это очень много нам дало. И вот эти потенциальные геры, когда они видели Ицхака, его богобоязненность, это страх перед Творцом, который у них тоже уже был его зачаток, они видели этого Ицхака, это причина, почему они приблизились к нему и сделали гиюр. Так вот, этого мало. Тут еще и подчеркивается, что не просто место Мегурай-Авив, а Эрец Мегурай-Авив. Именно потому, что это была святая земля. И хотя еще она еще не была во всей святости, но зачатки этого уже было. Что говорится о святой земле? Что «Эйней Ашем Элокеха ба мершита шна дахат гришана». Глаза Всевышнего, то есть мера его наблюдения, она на святой земле от начала года до конца, что имеется в виду, что все правление Всевышнего в мире осуществляется через его посланника, так называемый Сарей Умот, князья народов. Но в Эрец Исраэль это иначе, есть частное, личное наблюдение Всевышнего, что здесь происходит. Это, безусловно, если вы будете вдуматься, это причина для трепета. То есть, так же, как есть обязанность особо трепета в храме, также и святая земля в целом, она обязывает нас большего трепета, потому что глаза Всевышнего в этом месте от начала года до конца. Об этом пишет автор Сефер Харадим. Он пишет, что люди, которые приезжают на Святую Землю, там пишут, в общем так, с большой душой о важной заповеди поселиться в Эрец Исраэль. Он пишет, что люди, которые приезжают сюда и не собираются в своем образе жизни учитывать святость этой земли, то они будут вышвырнуты с этого места. Или при жизни, или при смерти здесь не останутся. И то есть, что здесь имеется в виду? Человек, который понимает святую землю, это не просто вопрос заповеди. Он еще должен принять в себе решение, что он должен поднять уровень своей богобоязненности в силу святой земли, святости Эрец Исраэль. Это Эрец Мегурай-Авив Авину Ицхок. Я не раз говорил об этом, есть такой стих. Иерусалим, Гарим Савивла, Иерусалим, горы вокруг него, Вашем Савивла Мома Атава Адулам, и Всевышний вокруг народа своего, сегодняшнего веки веков. Есть объяснение Рабхеска Абрамского этого стиха, даже как видно невооруженным глазом, что горы вокруг Иерусалима, также видно правление Всевышнего нашего рода постоянно. Однако хочу к этому вещь добавить. Особенно явно это видно на Святой Земле. Особенно явно. И хочу немножко подумать об этом.
Мы сейчас находимся на Святой Земле. Святая Земля исторгает из себя нарушителей Торы. И, знаете, не только евреев. Известная история с кутим, которых привел сюда Санхейрив, и были рабоклонниками, которые здесь их покушали львы. Покушали львы. Пока они поняли, что тут надо вести себя иначе. Мы находимся в той земле, надо ведь знать. Наша святая земля, наш народ пережил несколько катастроф. Ну, скажем, решение первого храма это была катастрофа, решение второго храма и другие. Это не было просто так. Просто потому, что мы здесь не жили так, как полагается, подобает жить перед Всевышним. И это, нам надо извлечь эти уроки нашей истории. Надо понять, чтобы мы понимали не меньше, чем это понимали эти кутим, которых привел Санхейрив, здесь поселил, что тут надо жить по законам Бога этой страны. Я позволю себе некоторый друж. Тут сказано, в Ейшев Яков Берес Мугуравив. Есть на святом языке есть два понятия. Ешива. Ешива – это буквально сидеть, а более широком смысле это поселиться. Это постоянное поселение. Опять называется ебейспатия Ешув. Ешув – это поселение, там это постоянно, это не лагерь переносной. Слово «мугуре авив», то есть слово корень «гар», «лагур», то, что касается именно проживания, отсюда корень «гер», это временное поселение. Сказано, что Яков спустился в Египет, «лагур», на временное жительство, скажем так. Так вот, еще следующую вещь. Сказано здесь в нашем стихе так, «Ваешев Яков Берец Мугуравив, Берец Кнан, чтобы поселиться по-настоящему на святую землю, на святой земле, надо, чтобы эта была земля стала для нас Эрец Мугуравив, местом страха перед Всевышним». Я хочу еще объяснить еще. Мы сейчас говорили, сегодня говорили о том, что близость к нахождению вместе и присутствию Всевышний – это особая причина, для, чтобы человек вел себя, учитывая это с трепетом и страхом. Однако есть еще одна вещь. В чем корень, в чем наша беда, что нам так не хватает богобоязненности? В силу того, что мы отдалены от Всевышнего. Когда, знаете, поставим просто простой пример, когда еще явный пример. Солдат, кого он боится, главнокомандующего или эфрейтора? Эфрейтора. Эфрейтор, он перед ним, он его кричит. А главнокомандующий, это где-то далеко, далеко. То есть страх всегда источник близости к тому, чего боишься. Если лев находится где-нибудь на Луне, он где-то на Луне очень страшно рассчитывает на меня с Луны, то меня не очень волнует. И даже если он находится где-то в зоопарке. Но если лев появится здесь на улице Рахов-Шабта-Хиския, то и начать здесь рычать,
это как-то быстро двери будут заперты и на улицу не выйдешь. Наша проблема, почему у нас не хватает богобоязненности, это то, что мы далеки от Всевышнего. Далеки от него. В этом наша беда. Поэтому истинный способ приблизиться к Всевышнему, это истинный способ обрести богобоязненность, это приблизиться к Всевышнему. Как приближаются? Приближаются к его Торе, к его заповедям, обращаются в молитве, думают об этом. То есть все способы приближаться к Всевышнему, когда человек, приближаясь к нему, даже будет осознавать, перед кем он приближается, это причина, что пробудился истинный страх. Это залог и вечного поселения веры Цесроэль, это залог обретения Торы, залог обретения мудрости. Дай Бог нам этого достоится. Всего хорошего.